Последнее, что могло вызвать некоторые проблемы в вычислении, это построение графика в зависимости перемещения тела от времени. Итак, мы будем строить перемещение. Напоминаю вам, что перемещение – это буква S. В данном случае перемещение есть и по оси X, и по оси Y. Мы пока будем строить перемещение по оси X, S от X, в зависимости от времени. Время у нас будет в минутах. Перемещение будет в метрах. Опять у нас 1. Здесь мы ставим стандартно 10. Это удобно в данном случае. И дальше смотрим нашу картинку. Я напоминаю, что перемещение по оси X по определению – это разница между конечной координатой и начальной координатой. Этой формулой мы будем пользоваться. С другими словами, перемещение тела, например, за 6 минут – это разница между координатой, которая была достигнута телом в 6 минуту, минус координатой изначальной. Или, например, перемещение в, там, не знаю, за 3 минуты – это координата за 3 минуту минус координата за 0 минуту. Итак, теперь смотрим, что у нас есть. Я принципиально уберу все, что у нас было до этого сделано, чтобы оно не мешалось пока что, нам это не нужно. И посмотрю. У меня тело идет из точки 1 в точку 2 направо. Идет вдоль дороги Clinton Place. И проходит за каждую минуту 10 метров. Мы уже выяснили, это его скорость. Хочу отметить на будущее, что это, конечно, не средняя скорость, это скорость равномерного промедления движения. Почему не среднее, а именно равномерное промедление движения, это мы выясним чуть позже. Сейчас нас не интересует. Итак, оно идет направо и двигается, предположим, одну минуту. Дальше мне требуется найти перемещение тела за одну минуту. Почему мне требуется найти перемещение? Потому что мне нужно построить график. Итак, перемещение тела за одну минуту. По оси X мы, конечно, все смотрим. Это координата тела, когда наступила первая минута, минус координата тела, когда мы только начали отсчет. Смотрим на картинку. Координата тела, когда прошла одна минута. Что-то не рисует ничего. Перерисует. Вот, рисует. Вот она. И она равна 10. Координата тела, когда мы только начали отсчет, равна 0. Вот она. 0. 10 минус 0 будет 10. Поэтому на графике мы ставим десятку. Тьфу, десятку ставим. Смотрим, что время равно одному, а перемещение равно 10. Отмечаем точку. Дальше. Теперь нам нужно найти перемещение за 2 минуты. Это будет координата через 2 минуты минус координата, когда мы начали отсчет. Смотрим. Координата через 2 минуты равна 20. Координата, когда мы только начали отсчет, все еще равна 0. Значит, 20 минус 0, получаем 20. Поэтому за вторую минуту, не за вторую минуту, неправильно, через 2 минуты перемещение составило, соответственно, 20. 20, вот здесь отмечаем. Ну и далее по плану, да, опять. За третью минуту, можно уже даже не смотреть на картинку, соответственно, перемещение за третью минуту, это будет, будет равно координата за третью минуту минус координата за 3 минуты минус координата изначальная. У нас получится уже 30 и так далее. Возникает вопрос, что будет происходить, когда тело достигнет поворота? То есть оно дошло за 15 минут вот сюда. Здесь наступила 15-я минута. Час X. Дальше, некрасиво получилось, похоже, как будто бы это 16-я минута. Сейчас мы более четко напишем. 15-я минута. Что происходит дальше? Что происходит с 15 по 16 минуту? То есть это как бы идет одна минута. Да? Что нужно написать? Ну, вообще говоря, никакой проблемы в этом нет. Почему нет? Потому что у нас есть формула. S16, то есть перемещение за 16 минут, это будет координата 16 минуты минус координата нулевой. Координата x через 16 минут, напоминаю, что это вот здесь вот, будет такая же, как координата за 15 минут, и будет равна, соответственно, 150. 150. Координата в начале движения у нас, как обычно, 0. Другими словами, у нас получается, сейчас мы поднимем, получается, что это будет равно 150 минус 0, или 150.
То есть, другими словами, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 минута. Здесь напишем пока 16. Здесь отложим. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Итак, 150. Опять чертим линию, потому что иначе мне просто не видно, куда рисовать. Это так, отмечаем наверх. 15. Тьфу, потерял. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Вот отсюда было рисовать, на самом деле. Так, точка это вот здесь находится. Сейчас мы ее пометим себе карандашом. Так, оп, оп, оп. Красота. Очень хорошо. Я потом обязательно посмотрю, что мне пришло. Итак, вот эта точка. Это перемещение за 15 минут. То есть, вот мы можем даже построить уже график за какое-то время, то есть за 15 минут. Теперь с 15 по 16 минут мы посчитали, что перемещение, точнее, не с 15 по 16, неверно заметил, перемещение за 16 минут тоже равно 150. Мы ставим точку, соответственно, вот здесь. Потом, несложно догадаться по картинке, что когда наступит 17 минута, перемещение тоже будет равно 150. Я говорю сейчас только по перемещению по оси x. Другими словами, вот у нас получилось несколько точек. Соединил. Ну, далее я не буду рисовать, это уже будет ваше задание, но в целом вот график перемещения по оси x от времени. Теперь, как поступить, если нам нужно перемещение по оси y? По оси y от времени. Несложно догадаться, что все первые 15 минут координаты y вообще меняться не будут. Поэтому можно, в общем, строго рисовать нули. Нам столько точек не нужно, мы просто построим несколько, двух хватит и проведем линию. С другой стороны, с 15 по 16 минуту и далее перемещение будет постепенно расти. Скажем, в 16 минуту перемещение будет равно уже 10, 17, 20, 18, 30 и так далее. У нас здесь опять получается некоторая прямая. Возможно, она, кстати, неверная, потому что я не знаю, что будет происходить 19, 20, 21 и так далее. Секунду, потому что, может быть, оно повернуло уже с точки 3, уже дошло в точку 3 и повернуло. Но в любом случае, часть этого графика, по крайней мере, вот эта часть, она верна. Мы ее построили.